Всем привет! Халтурная работенка должна быть красивая получиться. Делала все по 5 минут в день. Но смысл такой. Есть мотопед старый, был зарыганный баллончиками. Просто появилось желание чуть-чуть его восстановить и сделать более красивый. Он будет в красном кенте. Сейчас поэтапно расскажу, что делаем. Значит, что было сделано по этому пластику? Все смыто растворителем. Все, что можно было смыть, смыто растворителем с красным скотчбрайтом. Замотовано, ничего не вычухивало, в принципе, ну, кроме глобально такого прям важного. И пускаем просто в открас. Делаем его просто внешне такие, как говорит автокарыч, с 3 метров красиво, да. И идите в задницу. Обдуваем все антистатиком. Все-таки это пластик, дабы не было никаких проблем. Все, готово. Теперь кидаем грунт по пластику однокомпонентный. Далее я беру спиртовой грунт, потому что тут где-то что-то невозможно было вымыть, и чтобы оно не подорвало, нужен, ну, водно-спиртовой грунт. Это адгезионный грунт однокомпонентный для пластика. Он просто даст адгезию. А спиртовой грунт мне даст защиту от подрыва и подложку под базовую краску. Равнять мы тут ничего не будем, поэтому просто защищаемся от того, чтобы ничего не контурило, не подрывало. Работаем максимально на абы было в другом цвете, поэтому за это сильно не ругайтесь. Это мопед, что с него взять. Тем более работа бесплатная вообще. Это такое. Сделать приятно человеку. Все. Все. 15 минут. 10-15 минут. Оставляем. Идем разводить. А что разводить? С водой развести грунт нужно. 10 минут прошло. Накидываем грунтец. Надо тоненькими слоями, бо он что-то склонен к каплеобразованиям. Смотрим, что все у нас высохло. Я тут красочку такую развел, черную с серебром, чтобы с крупным серебром, чтобы был интересный эффект. И отдельно
серебром подпшикаю изгибчики на передних крыльях, на загибах всяких. Короче, погнали. Нам нужно сделать равномерную подложку. Блин, он и так красивый уже будет. Ой. Так, теперь это было давление единичка. Теперь понижаю до 0,7 и кладу крупно эффект. Мне нужно, чтобы зерно, которое есть в краске, стояло раком прямо. Чтобы оно давало блеск некоторый.
Оставляем на полчаса, чтобы высохла база. И пройду, наверное, возьму зеленый перламутр, чтобы через красный кенди был желтый отблеск. И пройдем тоненько по ребрышкам. Прям в этом пистолете, чтобы меньше мазать. Межслойка прошла. Берем вот такой вот зеленый перламутр. И сейчас тоненько я хочу выделить изгибы. Пройтись по изгибам, чтобы оно красиво оттенялось на солнце. Понятно, что тут куча царапин, но это такое. Это уже момент следующий. Подачу вообще вот от закрученного буквально там четверть оборота. Вообще это делается, конечно, не таким пистолетом. Ох, блин, красиво, а? Люблю я такие вот всякие художественные извращения. Дело в том, что вот это вот именно цветом видно не будет, будет заметно только на солнце перелив. Прикольно будет. Прикольно. Чуть-чуть добавлю. Ну, где-то так. Ох и пушка будет. Да. Ну и все. А, руль еще. По рулю. А что по рулю? Будет так. Все, теперь вот это все еще оставляем минут на 20-30. Пусть просохнет хорошо. И уже будем накидывать кенди-концентрат, разведенный в биндере.
Ну что, теперь заваливаем все красным кэнди-концентратом. Получится все вот так. То есть он фактически черный. Но на солнце и под фонарем это будет шикарно. То есть кэнди-концентрат разведен в биндере. Этого более чем достаточно. Уф, красота. Все, теперь оставим высыхать, ну, наверное, минут 40. Потому что слой жирненький. И лачок. Ну что, все высохло. Блин, конечно, полосы, царапины мощные. Берем, ух ты, блин, ВС-очку. И вперед. Так, это первый полуслой. Минут через 10 кинем второй полный слой. Ну и теперь второй слоечек.
Пух, готово. Блин, ну для самоката, да еще и за спасибо, по-моему, это очень даже будет хорошо. Ну, посмотрим на него еще в сборе, как он будет на улице смотреться. Ах. Ну что, вот такой самокат у нас получается. К сожалению, перламутра не просматривается так, как я хотел бы, чтобы он просматривался. Было бы круче, если серебром крупным выделить. Ну, это было бы реально круче. А так такая черная черешня получилась. Да, куча моментов по подготовке, которой не было тут. Но все равно. Эффект прикольный. На халяву и уксус сладкий, как говорится. Все, в принципе, то же самое можно сделать вообще любым пистолетом маленьким, с любого компрессора. Главное, давать хорошо между слоями просыхать. И все будет отлично. Все, всем покедово.